В выставочном центре «Казанская ярмарка» открылся форум «Чистая вода». Мероприятие прошло в рамках Международного осеннего строительного форума. На открытии выступили председатель Комитета Государственного совета Татарстана Марат Галеев, заместители министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильдус Насыров и Ильшат Гимаев, заместитель главы Министерства экологии Республики Егор Тарнавский и представители других государственных структур. В рамках «Чистой воды» были представлены выставки производителей и поставщиков оборудования и технологий для очистки воды, инженерных сетей и гидротехнических сооружений для специалистов водохозяйственной отрасли. Также на мероприятии проходит конгресс по вопросам использования и качества водных ресурсов и водоснабжения. На форуме был представлен стенд Казанского федерального университета. КФУ принимает участие уже в 8-й раз. Из 44 человек у нас 26 человек защитились на оценку «Отлично», закончили с красным дипломом. И вот эти лучшие дипломные работы здесь представлены в области водной тематики. От гидрологических расчетов и гидробиологических исследований до проектов экологической реабилитации водных объектов. Проректор по инженерной деятельности Казанского федерального университета Наиль Кашапов также принял участие в мероприятии и объяснил, в чем заключается польза для университетов. Мы становимся ближе к реальному сектору экономики, начинаем понимать, что нужно для производства. В этом плане как раз вот я, как еще проректор по инженерной деятельности, вижу именно возможность соединения фундаментальных исследований, которые у нас есть, например, по той же воде, да, и те научные исследования, которые мы проводим, чтобы их можно было применить и в промышленности. Именно это и является одной из главных задач Казанского федерального университета. Университет – вот именно сочетание фундаментальных исследований в университете с применением этих исследований, с производством, я думаю, как раз та перспектива, которую наш ректор ведет. Форум «Чистая вода» продлится до 21 сентября. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.